А когда последний раз Владимир Путин общался с Петром Порошенко? О которых мы не сообщаем, это обычная практика. Поэтому действительно имеют место встречи, о которых мы не сообщаем СМИ. И телефонные переговоры в том числе? Бывают разные телефонные переговоры, о которых также мы не делаем официальных сообщений. А когда последний раз Владимир Путин общался с Петром Порошенко? Ведь в прошлом году были такие контакты, о которых прессе потом сообщали спустя только несколько месяцев. У президента огромное количество встреч, контактов, которые не носят публичного характера, о которых мы не сообщаем. Это обычная практика. И когда вы видите насыщенный трудовой день президента, который состоит из десятка разных встреч, пресс-конференций, заявлений, переговоров и так далее, это вовсе не означает, что этим рабочий день президента и ограничивается. Он гораздо более насыщенный и содержательный, чем это можно увидеть по телевизору. Поэтому действительно имеют место встречи, о которых мы не сообщаем СМИ. И телефонные переговоры в том числе? Бывают разные телефонные переговоры, о которых также мы не делаем официальных сообщений.